Сказ об орле. В Радищевском районе в Ульяновской области обитал солнечный орел. Каждый день он искал еду для своих орлят. Кружил над лесом в поисках добычи. Внизу раскрылся чудесный лес. Здесь под широким домом жили белочки, зайчики и ежики. Были они дружные и веселые. Однажды над лесом прогремел выстрел. Это охотник-браконьер решил подстрелить орла. Орел был ранен в крыло, не мог лететь и упал без сил прямо под дуб. Когда орел очнулся, его крыло было обмотано лечебной травой, а рядом была вода и еда. Орел увидел своих спасителей и спросил: «Зачем вы мне помогаете? Ведь я могу вас съесть». «Потому что тебе нужна была помощь!» Улетел орел домой. И с тех пор каждую ночь он прилетал к дубу охранять своих маленьких новых друзей. Солнечный орел занесен в Красные книги Ульяновской области и России, а также в международный список видов, находящихся под угрозой исчезновения. 28 февраля 2011 года солнечный орел утвержден природным символом Ульяновской области.